Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Bloody Zombies. Деревня, 11 часов дня. Мы на правильном пути, я это чувствую. Точнее, мой трекер это чувствует. Ну что, Эдди, пойдем разбираться дальше с ребятами, которые здесь будут у нас на пути. Честно говоря, у меня язык не поворачивается их называть ребятами. Конечно же, зомби. Ну-ка, стоп, кто тут у нас лезет? Ну что же, вот этих дамочек надо уничтожать в первую очередь. Вы прекрасно знаете почему. Потому что они вызывают вот этих вот упырей. Мне надо вот этого... Опа! Свертухана получил. Так, 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 ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас тут понабежало-то? Это плохо. Она сейчас их будет вызывать, вызывать и вызывать. Надо до нее добраться. Все. Вот она, голубушка, сейчас к нам и подойдет. Иди сюда. Получила, все. Ну, теперь можно и расслабиться. С этими мы справимся без проблем. Так. Готов. И еще один. Хе-хе. А, нормуль. Все, зачистили. Продвигаемся дальше. Ага, вот у нас что. Ну, иди сюда. Давай, подходи. Ха-ха. Вот это мне нравится. Отправляем его туда же. Это кто у нас? Так, крикунья. Опять две крикуньи вылезла. Да заткнись ты. Черт подери. Туда ее. И у вас. Все. Все-таки успела понавызывать. Ну, как вы знаете, это самые первые начальные зомбари. Они очень легкие, ватные. Никаких проблем. Давай, давай. Оп. Сколько вас тут, а? Давайте-ка. Смотрите, меня, видать, оглушили, но... Я почему-то все равно за нее держался. Как это ни странно. Отправляем его туда же. Бинты. Ну, давайте, наверное, я не знаю. Оп. Вот так вот сделаем. Может быть, можно будет вернуться. Хотя у меня и так полностью хпшки. Вот уж дудки, нельзя вернуться обратно. Вот это я попал, ладно. Придется разбираться так с ними. Черт, вот этот вот половинчатый. Его убивать нужно только суперударом. Просто бить бесполезно. Он будет постоянно восстанавливаться. Но, черт, не туда. Не туда я ударил. Ёлки-палки, сколько их тут. С ножами еще вышли. Ай-яй-яй-яй-яй. Замес полный идет. Блин, я боюсь, даже уже и не пробьюсь я. Ну-ка, гранату. Давайте-ка так сделаем. Хе-хе-хе. Ну что, мадам, пора помирать. Еще лежит. Оу. Готово. Так, ну этого добиваем. Ну, этого суперударом. Сейчас еще разочек его. Вот так, все. А здесь у нас, значит, взрывник. И с плетками, елки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой. Все могло бы печально кончиться. Очень мало хп у меня. Надо как-то... Ай, дожить до аптечки. Получится, нет, я уже не знаю. Ну, просто так хп отдавать я не собираюсь. Че, перепрыгиваем тогда? Здесь-то будет что-нибудь? Нет. Какой-то мост у нас, смотрю я здесь. Проходим. Чего ты там сидишь на корточках, засранец? Лети. Самому бы лишь бы не упасть. Давайте вот так. Ау. Черт. Так, и надо будет их тогда вот туда скидывать всех. Так, тихо. Черт подери, не успел прыгнуть. Ай, глупо, глупо, конечно, получилось. Тогда он за это поплатится. И ты тоже. Мелкие, корявые, бесявые. Кислотой пуляющийся. Лети. А не, он так расплющился. Оу, можно пробить.
И что нам это даст? Так, у нас кислотник и обезьяны. Обезьяны, дайте мне что-нибудь нормальное. Я вот еще ни разу с них не выбивал жизни. И не выбью, по ходу дела. Так, забор. А для чего вот это все здесь было? Я так и не понял. Ладно, я думал, можно туда как-то зайти. Какой-нибудь проход будет. Но, как видите, ничего подобного. И тут у нас что такое? Оу. Это надо нам как-то с разбега. Сюда быстренько. Оп. Отлично. Граната. И теперь также. Только вот не задача, ребята. Впереди. Ну-ка бросить, если гранату. Взорвется, не взорвется, я не знаю. Ай. Недолет. Ладно, надо бежать и перепрыгивать. Побежали. Эдди, давай, 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 давай. Прыг. Отлично у нас получилось. И опять у нас со щитами. Ладно, их я сейчас с вертухана всех накумарю. Ты, длиннорукий, ты достал уже, в самом-то деле. Блин, мимо. Ну, иди сюда. Сколько им надо? 4 удара, по-моему, если не ошибаюсь. Это очень много. Вот этого мне надо убить. Который с длинной рукой. Раздражает он меня. Нечего ему здесь делать. Ну, а с этим салабоном я справлюсь. Ну, тем более энергию возьмем. Давайте-ка его вот так вот. Ну, подходи. Готов. Оу, тут еще орда. Так, с ножами это плохо. Еще этот баффер хренов тут вылез. Ну, а что, только так. Выживать как-то надо же. Очень мало места для маневров, поэтому приходится... Сбил я его. Надо вот этого вот гада, здоровяка, бомбануть. Куда ты бежишь, блин? Ведь бежал же в ту сторону, нет, вот надо было ему развернуться. Ну что же, две хпшки у нас с вами, две жизни и половиночка еще от этой. А здесь нам нельзя этот бочонок разбить? Нет, не спускается. Что такое? Поймайте меня, если сможете, козлы! Эдди, это был вызов. Ё-моё, давай быстрее бомби! Оу! Ядрить его на ко... Давай! Ты быстрее, что тут надо делать? Б, быстрее нажимаем Б. Да что такое-то? Йо, там такая шарага идет, смотрите. Все, здесь надо зеленкой. Нормуль. Так, мостик выехал. Допрыгну, нет? Ой, куда я прыганул-то? Эй, трекер показывает, что здесь рядом есть полицейский участок. Погнали. Погнать-то мы погнали. А с хпшками засада полнейшая. Кстати, здесь шоп есть. Ну-ка, давайте глянем. У нас 124 золотых. Ярость. Выполните длинную цепочку атак для бонуса. Ага, восстановить. Это если меня сбили с ног. Непонятный удар, казнь. Пого. Отскакивайте от голов врагов в воздухе. Ну, я, наверное, вот это возьму. Ума не представляю, что это из себя представляет за скилл. Давайте тогда хотя бы глянем, что ли, на него. Взять-то взяли. Выполните длинную цепочку атак для бонуса. Короче, я должен 80 ударов нанести, чтобы получить 100 монет. Но это, мне кажется, нереально. Хотя, кто его знает. Реально, нереально, я не пробовал. Монетка. 25 монеток у меня всего. Полезли, гаденыши. Так, кислотник, взрывайся. Нормуль. Так, длиннорукий этот тут тусуется. Он мне не нравится.
Оу, видите, что он делает, а? Ё-моё, у меня и хпшка потратилась. Как это я не углядел-то? Очень печально было. Сейчас плетка не хватало мне здесь. И камикадзе, который взрывается, да, значит? Ну, теперь твоя очередь. Черт. О! О, вот, а вот это еще хуже. Сейчас будет, наверное... Нет, не успел он. Крикунья сейчас начнет вызывать, а? Поползли. Классно я его в воздухе, да? Раздеребанил. Ну что ты орешь-то, а? Аптечка пригодится. Пока не будем трогать. А вот эту надо накумарить. Все, остались сопряжуи. Ну, вроде как зачистили, да? А что это за агрегат? Я не могу почему-то выйти. А кто тут у нас остался? Вроде бы всех убил. Ты смотри-ка, откуда ты вылез, чудило? Еще... Оу! Что-то новенькое. Куда вы там пошли, эй? А ну, вернулись. Слушайте, по-моему, это баг игры. Нет, только не это. Неужели они ушли за экраны и все, и больше не вернутся? Я ж тогда не смогу пройти. Так, вышел. И смотрите, 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 убегает. Как быть? Да, недоработочки, ребята, недоработочки. О, так, 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 так. Поймал все-таки. Но, вот, еще один. Давайте-ка его добьем. О, вот это вот. Какого лешего, йо. Ничего себе, вас тут понавалило, блин. Ребята, успокойтесь. Давайте еще одну жизнь тут сольем. Почему бы и нет? У меня же их полно. Тварь, а? Неужели? Надо лечиться, естественно. Хорошо, я не использовал бинты. Так, Б. Не понял, это я, что ли, делаю? Или... Б. Да, это я вызываю шипы. Отлично. Ну-ка, давайте-ка испробуем. Мне нравится. Иди сюда, олух. Так, давайте теперь с этой стороны. Ну, о. Вот так бы всегда. Жирный, давай, иди сюда. Блин, не успел. Ё-моё, ты смотри, что, разбуянился. Так, теперь с этой стороны попробуем. Успеем, нет? Ну что же, я так понимаю, еще, наверное, ударчик другой, и он будет наш. Готовченко. Запрыгиваем. Куда нас дорожка-то тут ведет? И... Отличная попытка, дружище. Только вот щит тебя не защитит. Ё-моё, что это еще за робокоп тут? Бинты, бинты, ладно, пускай пока лежат. Такого босса я еще не видел. Что? Ох, ничего себе, что он вытворяет. Так, вот эту вот мадам надо как можно быстрее уничтожить, по идее. Так он что, меня просто оглушает и все, что ли? Щитом. Да он сам по себе ватный. Ты что делает, а пинком меня. Давайте подлечимся. И вот так вот. Слушайте, я, наверное, его сейчас быренько разберу. Наверное, мне так кажется. Хотелось бы. Вот, вот, именно что в прыжке надо.
Не получился фокус. Ух. Практически пол хп я ему снес. Блин, если бы вот не вон и пинок задний. Да ладно, нет, что-то я расслабился. Блин, да слишком много этих трупаков тут. Не могу ничего сделать. Блин. Осталось совсем немножко. Вот, вот. Да куда ты? Все, наверное, еще пару ударов. И он будет валяться. Так, еще удар. Да. Ребята, у меня последний шанс победить этого дуралея. Ну, готов. Теперь добиваем вот этих крикунь. Ну и приспешников ничтожных. Смотри, смотри, пятятся назад. Но не тут-то было. Никуда они не уйдут от меня. Ну что, крикунья, все? Доралась? И тем не менее 80 цепочек я не набрал. 80 ударов. Так, отличненько. Ну что же, давайте, ребятушки, тогда с вами следующий уровень попробуем пройти. У нас, по-моему, 3 хп будут, да? Да, должно быть так. Ярмарка. 9 часов вечера. Веселая ярмарка, плюс здесь есть ключ-карта. Беспроигрышный вариант. Отлично. Ярмарка, значит, да? Бинты. Почему-то сразу же на этой карте с начала игры дают бинт. Очень интересно. О, старые знакомые девочки. Красавицы уродины. На, как всегда, в блок встают. И ничего их не берет. Ну, то и досталось, какая разница. Их надо бить только, когда они раскрыты. Все. Так, эти ребята мне знакомы. Они, в принципе, ничего страшного себе не представляют, если через них не прыгать. А в контактном бою они... лопушки. Вот, вот, вот этот вот самый бесявый, я считаю. Самое хламонище. Вот сейчас будет бегать. 3 раза нужно, чтобы он пробежал. Желательно без остановки, чтобы его заглючило. Вот, теперь он весь наш. Да, жалко, конечно, очень быстро заканчивается его головокружение. Еще тут этот ФБРовец ходит. Ну-ка, 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 успеем. Успел. Вот, молодец. Сбивай своего чувачка этого. Нечего ему тут землю топтать. Оп. Давай, давай, сбивай, сбивай. Отлично. Мне, как говорится, меньше придется их бить потом. Черт подери, я хотел отпрыгнуть, блин, а не просто прыгнуть. Нафиг, сделаем вот так вот лучше, ребята. Вертушку. Потому что 80 ударов мне не набить. 80 комбо-атак. Ну, беги. Оп. Теперь ты весь мой. Так, а теперь займемся вот этим вот полицейским. На. Давай, вставай. Иди сюда. Опа. Готовченко. Дальше нам показывают идти наверх. Для чего ты? Бинты. Слушайте, ящик, ящик. Оу, все, я теперь понял. Я теперь понял, как тут надо было делать. Я не запрыгнул. Надо было с верхней полки перепрыгивать на эту. А с этой уже на ящик.
Но это очень тяжело рассчитать. Ладно, что сделано, то сделано. Да ладно, опять ты! Хорош, угомонись! Да... Надо срочно брать гранату у этих олухов. Так. Взорвался вместе со мной, блин. Бросил. Так, гранату я взял. Давайте воспользуемся, наверное, ей. Ой, ё-моё, я думал, что она не это. Просто так валяется, а он же ее бросанул. Да когда ты успокоишься-то, а? Ну, все, мой. Ты весь мой, олух. Ой, очнулся. Ну, еще разок. Моя очередь. Да что такое-то, ну... Профукал такой момент, а? Так, раз пробежался. Второй раз. Ну, третий, давай. Нет, все, сбился. Теперь все заново. Раз. Или не сбился? Будем отсюда отсчитывать. Раз, два. Хрен знает, как он делает, честно говоря, ребят. Ну, это уже не важно, потому что мы его победили. Ярмарка. Честно говоря, это не на ярмарку похоже, а какие-то аттракционы. Старые. Заброшенные причем. Такое ощущение, что тут лет 30 на них никто не катался. Все заржавело. Ты что делаешь, а? Ты-то тут не ори, блин. Хорошо, что он просто плюется, да? А если бы он еще при этом дрался? Как зверюга. Ну, ты-то с плеткой сейчас да выделываешься. Так, и выходит у нас тут полицейский. Девочек с плеткой надо... О, попал. Попал я все-таки под удар. Да, конечно, конечно, размахалась она. Ну! Так, надо эту грохнуть. Все. А этого вот так. Ну, давай, иди сюда, я жду тебя. Наверное, последний удар ему осталось сделать. Так оно и есть. Ну что, кто еще к нам выйдет? Что это за машина? Какой-то концерт? Пила. И бинты. Это все дело неспроста. Ну, этих-то упырей мы сейчас быстренько почикаем. Они так сами по себе ложовые. Единственный минус у них, это вот они кислотой пуляются. И все. А так они вата-ватой. Блин, птичка, 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 подожди. Не исчезай. Если честно, я так и не понял, для чего она нужна, эта птичка на голове. Что она мне дает? То ли удар повышенный, то ли крит. Не врубился. Никаких данных про эту птичку нету. Оу. Большая аптечка. Две большие аптечки. Плюс энергия. Подожди, лучше обойти эту гадость стороной. Может быть, как-то удастся достать оттуда ключ-карту. И... Ага, начинается. А откуда я должен... Оу! Черт подери, тут смотрите, кислота какая-то. И они оттуда прут. Не очень хороший вариант, мне не нравится. Так, 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 бежит. Черт тебя подери, а. Ну иди сюда, блин, квадратная это. Какая квадратная у него голова? У него голова как будто после удара Раскольникова. Слушайте, меня сейчас, по-моему, здесь распишут по полной программе эти чуваки с ножичками. О, да еще и ты вышел. Да ну, о, еще и двое. Да это издевательство, плюс ножи к плетке. Ё-моё. Да ну. Хорош. Успокойтесь, ребята. Чёрт, в кислоту вляпался. Я пришел с миром. Я не хотел трогать ваш аттракцион. Не хотел занимать ваши качели. Качайтесь себе тут на здоровье, блин.
Для чего вот эта вот фигня, а? Я нажимаю на нее, толку абсолютно никакого. Все, ХП потратил. Ну и как вот мне изволите с ними тут справляться-то, а? Ё-просоты. Так-так-так-так. Беги в кислоту. Да, тут, походу, дело будет долгая песня. Или меня сейчас тут заколбасят, или все-таки заколбашу их я. О, малорик, бей там своего. Так, надо этого с ножами грохнуть. Промахнулся. Да добейте вы этого дуралея там с ножом, который, блин. Он меня раздражает. Готов он. Так, ну что, остались вот эти два амбала. Нам нужно как-то так рассчитать. Видите, они еще по разным сторонам. О, черт. Такой хороший момент. И видите, он просто мне не дает. Его бить, начинает бежать на меня сам. Ну давайте, кто из вас быстрее выдохнется? Угу. Так, еще, я так понимаю, наверное, босяра тут будет или не будет, или это есть босс? Да, увижу ли я, что тут будет дальше или нет, пока неизвестно. Они просто как с куколкой, со мной как с куколкой разбираются. Так. Не дают, не дают мне атаковать. Но, по крайней мере, вот смотрите, у этого крайнего уже совсем немножко ХП осталось. А у этого еще много. Так, давайте вот этого добьем. Фух, с одним-то будет попроще, намного проще, поверьте мне. Вот так вот. Ну, грубо скажем, он уже труп. Хотя, ну так труп. Ну, мы его окончательно отправим туда, где он и должен быть. Так, и последний раз бежишь. Вот теперь ты весь мой. Все, готов. Не пойму я для чего. Да ладно, я думал все, нифига не все. На, получи. О, обезьянки, это хорошо. Так, что там выпало, не увидел. Да дайте мне хоть что-нибудь путнет, дайте хп, блин. Все улетело куда-то за экран. Кислотники вышли. Ну, в принципе... Блин, смотрите, там в лаве, ой, в лаве, в кислоте скилл лежит. А мне до него не дотянуться. Потому что он в ядовитой пакости. Ты будешь бить или нет? Что ты делаешь, а? Ну-ка вот так вот попробуем. Нет, 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 нет. Оу! С одной стороны, это, конечно, хорошо, если они будут сейчас свои шипы эти доставать, и в них будут попадаться их же зомби, они их будут колбасить. Это как бы с одной стороны хорошо. Ну а с другой плохо, что эти шипы везде. Ладно, полицейского уничтожили. Тихо. Оу-оу-оу-оу. У меня одна хп осталась. Одна жизнь, точнее. Да когда ж ты, гаденыш, подохнешь-то, а? Все. Да успокойтесь вы, этот еще вышел тут, урод. Мы будем, как всегда, по старинке в прыжке. Слушайте, я думаю, что... Нет. Вызывает все-таки этих упырей. Оу, как все печально. Все очень и очень печально. Все, ребята, у меня последняя жизнь. Как справляться, в ума не приложу. Да чтоб тебя,
Ого-го-го-го. Только если так. Черт подери, у меня... Ну удар по мне он нанесет, все, я готов. Хотя смотрите, я его уже почти, ребят, добил. Еще удар в два. Есть, есть. Даже не верится. Приз, это ключ-карта. Я хотел гигантского медведя, ну ладно. Отлично, прошли, прошли, ребятушки, мы по ходу дела этот уровень. Или не прошли, куда ты у меня пойдешь? Тут кислота. Да, ребят. Ну что же, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, до скорого.